Дети – самые преданные поклонники телевидения. Но из-за постоянной нехватки детских фильмов и программ юные зрители вынуждены смотреть передачи для взрослых, далеко не всегда подходящие им по возрасту. Телеканал «Детский мир» предлагает решение для тех, кто хочет, чтобы их дети росли, видя самое лучшее, что было создано и продолжает создаваться в анимации и детском кинематографе. Я вам просто как врач заявляю. «Детский мир» — это ежедневная программа фильмов и мультфильмов общей продолжительностью 12 часов в сутки. В репертуаре канала кукольные и рисованные мультипликационные фильмы, мультсериалы и художественные фильмы для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Коллекция «Детского мира» постоянно пополняется и сегодня насчитывает более 200 игровых и около 1200 мультипликационных фильмов производства лучших российских киностудий. Разнообразие жанров и стилей делает программу канала уникальной. Недаром «Детский мир» не раз становился победителем международных конкурсов телевизионных каналов. Да, но на телевидении этого добра хватает без вас. Но ведь я же еще и талантливый. Детские фильмы не только развлекают, но и делают ребенку умнее и добрее. А искусство анимации стимулирует у маленького зрителя воображение и развивает фантазию. Русские народные сказки и сказки народов мира, сказки Пушкина и братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена и Шарля Перро, легенды и мифы Древней Греции и экранизации самых лучших детских книжек, составляющие основу программ канала «Детский мир», приглашают детей совершить путешествие в мир удивительных приключений, в мир поэзии, любви, добра и радости. Заяц! Погоди! Детство длится недолго. Телеканал «Детский мир» сделает все, чтобы у ваших детей оно было счастливым. Подарите этот мир детям. Мы с вами, вы с нами и все мы вместе. В последнее время доля сериалов на российском кинорынке значительно выросла. К сожалению, далеко не всегда режиссерам удается сделать по-настоящему качественный кинопродукт. Телеклуб – это канал, где предлагаемые производителями сериалы проходят тщательный отбор. Остроумные сюжеты, известные режиссеры, звездные актерские ансамбли – главные критерии, на которых основана программная политика канала. Телеклуб завоевал признание и доверие зрителей разнообразием и качеством эфира. Драмы и комедии, триллеры, детективы, мистика, мелодрамы – все это вы найдете в телеклубе. Если раньше сериал считался низким жанром, то теперь это определение устарело. Телеклуб доказывает это ежедневно.